Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на три с меня сняли, сука, кожу, блядь. Хочу ему тебе все, ты не нравится тебе. Если вам не нравится, мат, то идите нахуй. Скучаю тихо по молодому и злому Алику, по тому психу, от которого все вы охуевали. Но пока нету намека, даже маленького. Все думают, слава богу, но я так не считаю. Я был бы рад видеть его почаще. Алик умеет веселиться по-настоящему. Его кто-то все время пытается остановить, но когда Алик в ударе, он абсолютно неуловим. У меня нет расписания его визитов. Я чувствую это как что-то хорошо забытое. О том, что Алик заехал, не говорю никому. Скажут, крыша поехала, опять несет хуйню. А я с ним живу душа в душу и могу сказать, что это ровнейший пацан. Мы уже 20 с хуем лет с ним дружим. Я отвечаю, что интереснее типов, чем он, я не встречал. И я не знаю, где он сейчас и чем занимается. Наверное, застрял в Тае из-за этой ситуации. Я думал, что встречу его на Мальдивах, но хуй там. За 5 дней о себе он и не намекнул так. Я могу и сам позвать его, конечно. Но как бы сказать, я немного выше этого. Кто-то по-любому смотрел эту исповедь. Так вот, именно там Алекс специально вызванный. Кто ничего не боится, Алик. Кто умеет рамсить с полицией, Алик. Кто с кем угодно готов зарубиться, Алик. Кто представляет андеграунд столицы, Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, 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 ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя. И пускай все считают, что он опасен для общества, я вообще за ним этого не замечал. Мы просто с ним постоянно занимаемся творчеством и зависаем на студии по ночам. Алик, я скучаю по его прямым эфирам, скучаю по его безумным глазам. Кстати, эту собачью будку тоже купил он, и собаку он тоже купил, и, кстати, сам назвал. Тогда он подарил еще беседку и шашлычницу. Обе очень страшные, я бы такие не купил. Еще он все время искал, с кем бы попиздиться, но я бы не сказал, что он вел себя как дебил. Я никогда его ни в чем не останавливал, потому что сам побаиваюсь его. Но двигаться с ним по городу — конкретное палево, кутуза, разделительное по съебам от мусоров. Я не могу вспомнить фактически, где я впервые с ним столкнулся фактически. То ли в 98-м в 15-й психиатрической, то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может, и раньше, пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно, и все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про магазин 100%. Влад Валов вам гораздо лучше расскажет об этом. Так вот, Алик решил устроить его захват. По итогу его забрали люди в странных халатах. Я переживаю за брата. Алик, если все нормально, подай какой-нибудь знак. Но, видимо, пока еще рановато. И как он только появится, мы все будем об этом знать. Кто ничего не боится, Алик. Кто умеет рамсить с полицией, Алик. Кто с кем угодно готов зарубиться, Алик. Кто представляет андеграунд столицы, Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, 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 ну ты где, а? Кто ничего не боится, Алик. Кто умеет рамсить с полицией, Алик. Кто с кем угодно готов зарубиться, Алик. Кто представляет андеграунд столицы, Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, 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 ну ты где, а? Факт, заставили больную, блядь, собаку гавкать тут сидеть, нахуй. Собака спит, моя гавка из-за нее, блядь. Пидарасы. День рождения на нас, я, блядь, так повесил в больничке, привезли, сука, с воспалением легких, блядь, отвечаю. Все выебываются, не идите нахуй, все это выебываются. Блядь, руки трясутся, сука, так давно хотелось сказать вам, блядь, меня заебали все.